Можешь показать, как играет сип на 3/4 струне, один палец зажимает один тот же лад, перекат, особенно когда играет сип вверх, как избежать интервал. У меня есть большой урок по поводу перекатов. То есть одно из главных условий — это забыть навсегда уебанский, самый тупейший, самый нелепейший и убогий совет, когда дают, типа, что глушить указательным струну, которая находится ниже. Так перекат не получится никогда. Поэтому вот на кончике аккуратно разделяешь, то есть отрабатываешь те перекаты отдельно на каждый палец. Но у меня есть, говорю, большой урок по поводу перекатов. А так, такие всякие сипчанские, допустим, вот, когда несколько перекатов сразу. Бывает, когда сразу, может, и на 3 переката. То есть, в общем, чего только нет. Записал урок на все случаи жизни. Да, такой огромной библиотеки уроков нет ни у кого. То есть, чтобы было именно сколько там, 100, 115. Безымянный играет перекат. Вот, то есть типичный мажорный арпеджио. С перекатом.